Всем привет, с вами Даня Океанов и Максим Ахатов. И сегодня второй воскресный блог. Так что смотрите и наслаждайтесь этим моментом. Да, ну-ка еще раз наступи. Ну все, давай. Запись, да? Да. Странная у нас сегодня идея пройти по какой-то трубе, по которой течет вода. Пожалуй, я не пойду. Фонтан. Рыбу ловят. На нашем канале скоро выйдет новое шоу. Будет называться, скорее всего, «Бутылочка». Мы там будем... У нас будет 11 человек, 5 мальчиков, 6 девочек. И мы там будем... А вот это самое большое здание в Екатеринбурге, Высоцкий называется. Он где-то 55 этажей. Туда экскурсия есть. Наверх самый, чтобы весь ИКБ был видно. Давай быстрее. Меня сняли. Ребята, мы стоим на набережной КБ, а тут уточка. Вот уточка. Уточка, ты замерзла в водичке и решила посидеть на суше? Уточка, ты куда поплыла? Уточка, не уходи. Уточка. 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 Уточка, уточка, уточка. Ты поквакала. Ой, молодец какая. Как вы относитесь к видеоблогам? Хорошо. Поджигают палки и будут вилять ими. Ну, этот чувак, он занимается этим. Ну, типа, знаешь, палки вот так крутить? Тёплые, ну, которые горят. Ты как Леонардо. И ещё? Вы это увидите. Да, мы... Это видно? Чувак, этот мальчик уже поджёг свои палки, сейчас он выпендривается перед камерой. Ну, кстати, неплохо у него получается. А сейчас мы поставим музыку, и вы просто насладитесь этим моментом. Я надеюсь, что он не упадет.
Йоу-йоу. Камера снимает таймлэпс. Ну, не камера, а GoPro. Это GoPro камера. Это камера. Рано состаришься. И будешь лохом. Умрешь. И так что сейчас вы увидите, как мы уничтожаем сигареты. Ура, первая сига. Ура, выберу сигу. Но вы не подумайте ничего такого, мы не курим. Вы увидите, что с ними будет в конце. Ам-ном-ном. Два, один, идем. Снимал что? Да. Вот связной. Надеемся, что там купим телефон. Мы купили телефон, поэтому сейчас будет неожиданный отбоксинг. Прямо на улице. Даня Океанов взял камеру в руки. Открываем. Кнопка такая маленькая, как будто там почти ничего нет. Телефон стоит 2000. Если, так, например, вы там потеряли iPhone и вам надо что-нибудь купить так дешевое, вот на время, такой, вы можете купить. Такой как бы маленький. Тут две сим-карты. Можно вставить. Тут какие-то бумажки, наверное, нужные. Положу в карман. Так, как это открывается? Телефон положу пока сюда. Давай, открывай что-то. Сейчас открою. Панелька. Черного цвета. Ну, черный так, как нигер. Аккумулятор такой большой. Но долго, наверное, зарядки будет хватать. Да, конечно. Android. Так, USB-кабель. USB-кабель обычный. Micro-USB. Тут зарядка и какие-то наушники. Ну, наушники вообще фиговые. Сразу же можно выбросить. Выбросай. Не, не сейчас, попозже. Так, вставим аккумулятор. Пленочку-то снимешь? Попозже. Телефон, кстати, сенсорный, как вы заметили. На андроиде. С Wi-Fi совсем. Тихо, не улетай. За такие деньги так-то вообще нормально. Ну да, он как бы на первое время, на 2 месяца. Одевай как бы, вот, где эта коробка, вот там вот. Это плохо видно. Глянцевая крышка. Глянцевая. Фу-фу-фу. Ну пофиг. Включаем. Не включается. Включился. Включается. Убери эту пленку. Так неплохо выглядит. Да, коробки нормально. Сенсорные. И на экране. Улетает. В общем, короче говоря, Good Time Channel одобряет. Смотрите, у нас уже 6 сиг. Ну, мы еще побольше наберем, смотрите. Фу, блин, так меня отбивать охота, а. Мы решили сравнить Alcatel с айфоном. Во-первых, у айфона красивее дисплей и экран. Да, он... Alcatel весь такой пластиковый, айфон стеклянный. И алюминиевый по бокам. Потом у Alcatel хуже, так, камера и сенсор хуже. Камера всего 0,3 мегапикселя. Ну, в общем говоря, iPhone в 100 раз круче. Больше сказать-то нечего даже. Да, Макс? Да. У iPhone iOS 7, а тут Android 2.3. А это знаете кто? Это Чайковский. Вот смотрите. Чайковский Петр Ильич. Я такие же усы хочу, как у него. Не, ну я хочу как у Чехова, но у Чайковского тоже такие неплохие. Это Макс с телефонами разбирается. А это я снимаю.
Очень странно, что для такого телефона за 2000 рублей он не лагает и работает достаточно быстро. Вот так он выглядит сзади. Вот. Такие кнопки белые, я не знаю, кто дизайнер этого телефона. Ну все, идем дальше. Точно не Тайлер, The Creator. Ортофосфат. Ахахаха. Только что чувак дал последнюю сигу с пачкой. И теперь у нас все сиги в пачках лежат. Все, что мы выпрашивали. Да. Мусор мы за собой убрали. Нет, ничего грязного. У меня для вас, точнее, для вас не грустное, а вот для Макса грустное. Мне вот недавно мама позвонила и сказала то, что она уже купила билет на поезд в Кострому. И я этой ночью уже буду уезжать вот на этом вокзале, ночью уже буду. И буду уезжать на поезде в Кострому. Вот мы с Максом хотели дофига видяшек в каникулы наснимать. Для вас разные, там вообще всякие шоу придумать еще. Ну ладно, все, что не делается, все к лучшему. Снимаем отдельно. Снимаем отдельно, там еще в скайпе какие-нибудь блоги поснимаю, там придумаем, короче. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Я еще в Костроме поснимаю влог костромской. Макс разные влоги поснимает. Вы не волнуйтесь, вот сейчас вот мы сняли вот этот воскресный влог, вторую часть. И третья часть будет, потому что я уже в воскресенье уже приеду как бы обратно в ЕКБ. И все нормально, через неделю. И все уже нормально будет. И мы снимем еще один влог. Так что... Не печальтесь, все хорошо. Вот, заходим в метро, открываем двери. Опа. И спускаемся к метро. Вот эта станция Уральская называется. Вот мы уже вышли в самое метро. Вот туда эскалаторы идут. Сейчас мы жетоны купим. Два. Стойте. Метро Екатеринбургское, а написано Московский метрополитен. Фу, пронесло. Прошли. Прошли. Наконец-то. И ничего не убило нас. Все, сейчас мы на эскалатор. И сюда. И в камеру. Сейчас. Вот у нас самой станции. Нам сюда. Вот поезд подъезжает. Мы приехали на нужную нам станцию, ботаническая. Вот. Ботаника. Сейчас на автобус едем домой. Все, сейчас телепортируемся на остановку. А вот там, за моей спиной, такой округлённый еще, видите, немножко? Вон там. Это ТЦ «Дирижабль». Там раньше подпольно продавали наркотики, но сейчас это закрыли уже. Все хорошо. Садимся в троллейбус. Сели в троллейбус. Что туда? Следующий самолет. Видеонаблюдение. Это, наверное, я там видеонаблюдение. Уже почти подъехали и остались одни в троллейбусе. Вот так же. Все, мы на Химаше. Вышли вот из этого троллейбуса. И у нас все хорошо. Сейчас мы пойдем через запасный парк или нет? Нет, вдоль парка. Вдоль парка, потому что в парке грязно. И с вами попрощаемся. И вот мы пришли домой, сидим, пьем чай. И вам советуем. А с вами был канал Good Time Channel. Всем удачи. Всем пока. Пока.